4 мая в Омске состоялся Забег Победы. Патриотическая акция прошла в честь 78-й годовщины Великой Победы и в знак поддержки российской армии, выполняющей задачи в зоне СВО. Забег Победы – это то мероприятие, которое проводится уже много лет. И это очень символично, потому что 9 мая – это тот день, когда все мы чтим память о героях, погибших в Великой Отечественной войне и отдавших свою жизнь за то, чтобы мы с вами сегодня могли, имели возможность жить, растить детей, заниматься спортом. То количество людей, которые принимают участие в забеге, говорит о том, что люди патриотически настроены, они поддерживают это мероприятие. Никто не забыт, ничто не забыто. Событие объединило около 400 спортсменов из нескольких федераций единоборств Омской области, военнослужащих Омского гарнизона, а также курсантов Академии МВД России, представлявших несколько государств. Мы очень благодарны и рады организаторам за то, что нам предоставили возможность почтить память этому священному празднику, где наш советский народ победил и дал возможность нам жить и сосуществовать мирно. Такие мероприятия, они идут на пользу как нашему, так и вашему государству. И уверен, что у нашего государства светлое будущее. Колонна стартовала на площади Бугальца. Участники забега в хорошем темпе преодолели 3 километра по Иртышской набережной и финишировали на бульваре Победы. Мы из клуба «Алмаз» бежали в хороший темп с ВДВшниками. Потом все-таки обогнали и опередили всех и прибежали первыми. Мы гордимся своей родиной. То, что мы должны помнить, как мы побеждали, потому что в блокадном Ленинграде очень много людей погибло. Организаторы и участники забега возложили цветы к монументу «Слава героям». Завершила патриотическую акцию концертная программа.